Сургуте вручили призы победителям викторины «Югре-900». Напомню, масштабная акция в округе прошла 18 марта. Около 500 000 человек ответили на вопросы краеведческой викторины, а самые удачливые уже получили свой выигрыш. Так, в Сургуте победителям вручили более 900 сертификатов и ценных призов. Среди них ужины в ресторанах, посещение аквапарка, товары для дома, абонементы, фитнес-клубы, экскурсии по городу, бытовая техника и многое другое. Счастливым обладателям главных выигрышей выдавали сертификаты на автомобили и квартиры. Именно участие в викторине такое огромного количества людей, особенно вот активно сургутяне приняли участие в викторине, дало возможность привлечь и ваших всех родных и близких, главное детей, потому что они должны знать историю там, где они родились, там, где они живут и будут работать. Сын первоклассник принес анкету нам домой, и мы решили тогда загорелись и участвовать. Особенно дети, они потому что верили, что они выиграют, победят. И надо сказать, то, что, наверное, вот эта детская вера, чудо, она, наверное, вот и победила. Права у меня есть, я получила их совсем недавно, получила их 21 марта. И узнала об этом 25-го, что я выиграла машину и сама не поверила. И до сих пор не верю, если честно, пока я ее не увижу под окном у себя. Вот. Ну, ездить я еще как бы буду учиться на папиной пока что. А потом уже на новую, чтобы ее не разбить.